Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у меня третий обзор, посвященный вязаным вещам из Drops Brushed Alpaca Шелк. 77% альпаки, 23% шелка. Это цвет красный, он чуть-чуть, может, неправильно отображается. На красный всегда сложновато в отображении. Это номер 7, по-моему. Да, семерка. И он считается красным, в жизни он красно-малиновый, то есть чуть-чуть в сторону малиновый. Вот на экране он как-то в сторону фуксии отображается, в жизни в сторону малины. Значит, длина нити 140 метров, рекомендованные спицы пятерка. Пятерками и вязала. Пятеркой вязала и низ, и выше. Низ вязала все петли лицевые, набирала 85 петель. Кому-то, может быть, это будет подсказкой, чтобы быстрее там связать, если у вас раппорт похож на мой. Значит, я вяжу вещь, надеюсь, что я свяжу то, что подойдет, на вещь на грудь 105, бедра 105. Это будет джемпер, расклешенный к низу чуть-чуть, свободный в бедрах, но по груди уже там будет по телу идти. V-образный вырез. Значит, здесь получается у меня идет 12 рядов, связанные все лицевыми. За счет этого образовался такой как рубчик, который не будет подкручиваться, подворачиваться. Дальше я делала такую хитрость. Вы видите, что чуть-чуть скос. Мне хотелось, чтобы сзади я хочу добиться еще большего хвоста. Здесь такой вот не очень, но как бы спуск есть. Для этого я делала, когда закончила вязать кантик, я вывязывала лицевыми петлями, но не до конца ряд. Я как бы разделила свитер визуально на 6 частей, да, и получается, что я связала вот до этого места, то есть дальше середины, вернулась сюда, потом довязала сюда лицевыми, вернулась сюда, потом довязала сюда лицевыми, вернулась сюда. Эти части у меня получились по 14. Одна центральная петля, эти по 14. То есть я вязала, вязала, вязала. Когда у меня оставалось здесь 28, я возвращалась в эту часть. Здесь оставалось 28. Потом я вязала сюда, здесь оставалось 14. Возвращалась сюда, здесь оставалось 14. И потом довязывала сюда и возвращалась. За счет этого у меня образовались по центру как бы как лишние ряды. Визуально это особо не видно никак, но в принципе вот такой за счет этого скос образовался. Дальше я убавляла петли. Я хочу чуть-чуть скос к линии груди. Значит, сразу же в первом ряду я 3 петли провязываю, 4-ю, 5-ю провязываю с уклоном к центру. Довязывала сюда, здесь точно так же 3 петли провязывала, оставляла, 4, 5 у меня были с наклоном к центру. Для чего делаю? Чтобы это никак не оказывало влияние на боковой шов. Я люблю собирать с крючком, и тогда это единая такая линия, которая более аккуратна, и потом она на боковом шве очень хорошо смотрится. Ну вот, я применяю такую технику. Вы можете по-любому, скажу так, что я убирала в первом ряду, потом в 11 ряду, потом в 23 ряду и потом в 37. То есть у меня каждый раз плюс 2 ряда идет, это я считаю все ряды, и лицевые, и изнаночные. Плюс 2 ряда идет, то есть убавление идет не таким резким, то есть оно сначала чаще, потом реже, реже, реже. Надеюсь, что к этой линии где-то я закончу, и потом будет уже линия груди вывязываться и пройма. Надеюсь, что попаду в размер, сейчас скажу по... Линии бедер у меня 55, это где-то, если умножить на 2, это будет 110, чуть больше, чем надо. Но я полочку всегда начинаю вязать как бы с запасом, потом я ее намочу, конечно, проверю, убедюсь, прежде чем вязать спинку. И если вдруг окажется, что эта часть слишком, если я две таких части буду брать слишком широко, то спинку я делаю чуть-чуть меньше. Из-за чего объясню, как бы грудь у меня не маленькая, и может быть так, что полочка чуть-чуть шире, чем спинка. Поэтому, если вдруг эта часть окажется широкой, то спинку я свяжу там на пару сантиметриков уже, то есть там на 4 петли меньше. Возможно, что все будет нормально, то есть вот как намочу, так увижу, потому что образец у меня был связан, все рассчитывала,
подгадывала, но всегда есть какие-то нюансы за счет модели, за счет выбранной там техники вязания и все такое прочее. Хотя вот вяжу уже третий раз, но все равно каждый раз боишься. Платье попало с вязанием сразу же с первого раза и как бы идеально село, носится хорошо. Обзор вы видели, наверное. Джемпер, связанный год назад, это был не мне связанный, а дочери, он тоже носится хорошо, поэтому вот как бы к этим ниточкам привыкла, они очень комфортные, приятные. Спицы пятерка. Начало я рассказала, как делать. Если процесс будет удачным, повыставляю все видео, и тогда можно будет просто повторить результат. Всего хорошего, подписывайтесь на мой канал. До следующего видео.